Решение 256А плюс 2517. Переписываем без изменения. Скобка со знаком минус, значит, изменяем знак каждого слагаемого. 303А минус 373. Переписываем без изменения. Теперь скобка со знаком плюс, значит, 123А минус 497. Вот. Знаки слагаемых сохраняются. Применили первые скобки. Второе правило. Второй скобки. Или первое правило. Дальше. Иксы складываются с иксами. 256А минус 176А плюс 303А плюс 123А. Получаем 506А. Следующий этап. Плюс 2517 минус 143 минус 373. Получаем 1504. Мы выполнили сложение чисел без иксов. 506А и 1504, они не складываются, потому что они не являются подобными слагаемыми. Значит, ответ остается в форме 506А плюс 1504.